приходом весны, когда сходит снег с Алтайских гор, появляются первоцветы, обладающие разными целебными свойствами. В холмистых местах проживает опытная травница, парапсихолог Алла Ивановна Тимашова. Уже 25 лет она занимается сбором различных трав и знает множество народных методов лечения. В этом видеоролике она расскажет о целебных свойствах растения гусиного лука. Это растение гусиный лук. Семейство лилейных – это луковичные. Луковичка очень маленькая, расцветает рано весной. Это тоже первоцветы у нас на Алтае. Изучен очень мало, применяется только в народной медицине. При лечении бронхиальной астмы, эпилепсии, при всех нервных заболеваниях. Так, при лечении водянки и желтухи. Плюс к этому он применяется наружно, как ранозаживляющее. В принципе, только отвар. Внутрь применяется, луковичка очень маленькая, поэтому также столовая ложечка на стакан кипятка –